Здравствуйте, дорогие подписчики паблика «Здорово, кореш». Сейчас последние дни 2020 года. Я нашел символ всего, что с нами было в этом году. Вот эта свинья, с которой ободрали кожу руками наших китайских друзей. Мы все соблюдаем масочно-перчаточный режим и больше ничего не боимся. Что можно сказать по итогам прошедшего года? Возможно, все мы просто кусок тофу. Глядя на весь этот пестрый, грязный, большой глобальный мир, который захватывает азиаты, всегда можно успокоиться, глядя на нашу великую русскую зиму. Дорогие друзья, этот год был тяжелым. Не очень хочется развивать эту тему, но я был везде, вы были везде, да я и сейчас в пути. Даже несмотря на то, что мы все в пути, мы вместе. Спасибо большое интернету, спасибо большое охраннику, который меня не выгоняет отсюда. Спасибо большое, конечно же, Путину Владимиру Владимировичу, нашему губернатору Беглову, другим очень важным заинтересованным людям, Богдану, вот, иностранным агентам мне спасибо. Жизнь будет дальше двигаться в пути, будем куда-то ехать, стремиться, общаться со всеми, быть везде. Очень чудесное время, очень сложное время. Сложно быть рядом на многих часовых поясах, во многих городах, странах. Постоянно кто-то беспокоит, по хорошим или плохим поводам, бывает, просыпаешься ночью, но это суровая реальность, в которой нам придется жить, и, наверное, это хорошо. В общем, с Новым годом, будьте все рядом. Ура!